Всем привет! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня я покажу и расскажу вам, как я украсила торт в виде яблока. Для этого торта я испекла 2 порции сочного пирога без муки и сделала йогуртовый крем. Для покрытия я использовала мастику. Размер торта: внизу диаметр 16 см, вверху 22 см и высота 17 см. После того, как я собрала торт, я срезаю и подравниваю его. Эти обрезки я выкладываю частично наверх, формируя таким образом ободок. Остатки обрезков я перетираю в крошку и смешиваю с кремом. Этой массой я выравниваю ободок сверху. Затем я покрываю весь торт первым слоем ганаша и ставлю торт на 10 минут в холодильник. Дальше я опять покрываю торт ганашем и выравниваю его уже окончательно. После этого я обтягиваю торт мастикой. На этом этапе я развожу краску водкой и начинаю раскрашивать торт.
Теперь осталось сделать листочек и хвостик для яблока. Под конец я вставляю хвостик в яблоко и выкладываю листочек. Торт яблоко готов.